6 лютого за круглим столом у Дніпрі обговорили координацію пошуку зниклих дітей. Ідея з'явилася після нещодавнього інциденту з дівчиною Алісою, яку шукали близько 200 людей. Бажаючих допомогти було багато, проте з організацією виникли проблеми. Ініціаторка заходу, волонтерка і юристка Юлія Сегеда запропонувала сформувати загальний для представників поліції та активістів план дій у разі виникнення чогось подібного. Крім того, вона звернула увагу, що у соціальних мережах серед дітей пропагують суїцид і флешмоби на кшталт «Зникни на 24 години». Керівник Дніпровської патрульної поліції розповів про додаток «Моя поліція», що зараз у стадії розробки, але в майбутньому може допомогти з пошуком дітей. Обласна поліція запропонувала схему взаємодії волонтерів і правоохоронців за фактом зникнення дитини. Розвити цю сеть по всій території області. Пускай це буде зараз на базі волонтерской организации «Поиск пропавших детей». Если там в этом населенном пункте нет такой организации, но другие общественные организации, либо просто люди с активной жизненной позицией желают помочь, мы готовы рассмотреть любую помощь. На продовження теми поспілкуємось із людьми, які займаються саме пошуком дітей у Дніпрі. Це керівник громадського об'єднання «Пошук зниклих дітей» Олена Жовтобрюх та її помічниця Анастасія. Анастасія Білік. Добрий вечір. Добрий вечір. Наші зрителі буквально 30 секунд назад посмотрели небольшой фрагмент о том, що пройшов в Дніпрі круглий стол, посвящений поиску дітей. Ну, глядя на ваші лица, какого-то энтузиазма я не вижу. То есть, насколько результаты, эффективность этого стола? Ну, возможно, она не достигнута на 100%, но мы работаем в этом направлении. Более того, еще в пятницу у нас был практически уже готовый документ. Мы его назвали пока схема или алгоритм взаимодействия полиции и общественной организации «Поиск пропавших детей». То есть я его видела, мы его прощупали. Сказать, что он идеальный, трудно сказать, потому что каждый случай, каждый новый поиск, он всегда привнесет что-то новое, более может быть из жизни. Сейчас это схема, хотя бы чтобы мы поняли, если там позвонили в полицию, есть заявление, как дальше, кто сообщит нам, каким количеством мы нужны. Потому что, как показал случай, наверное, он нашумевший достаточно, когда девочка пропала, то съехалось очень много людей, что тоже было не очень хорошо. То есть мы, я беру ответственность на себя как руководитель, мы недостаточно справились с этой ситуацией. Людей было много, скоординировать было тяжело, очень слабо было взаимодействие как профессионалов полиции и нас как волонтеров, потому вот показало людей много, а, как говорится, ладу этому не очень-то дали, понимаете, сказать, что безрезультатно это было, нет, но не так, как бы это хотелось. Многие люди, мы потом анализируем, читаем в сетях, многие остались даже чем-то расстроены, люди в порыве приехали с желанием помочь, они нашли себе применение. А получилось так, полиция своим составом руководит, я пыталась своим, и более того, была еще и третья часть, которые по сетям сами объединились, и то есть вот три таких направления. В какой-то момент я все-таки попыталась эти бразды правления взять и уже комплектовать, как это называется, экипажи, и их отправлять. Но когда уже экипажи стали возвращаться, у меня, я вам честно скажу, появилась даже какая-то растерянность. Я понимала, что дальше в какой-то момент я уже не знаю, что я буду делать. С нашей работы от нас сняли огромную карту. Я поняла, думаю, сейчас опять квадрат за квадратом начнем отрабатывать уже более в спокойной обстановке. Ну, слава богу, на этот момент девочка нашлась. Вот такая ситуация. Настя, алгоритм действия. Вот вы человек достаточно молодой, то есть прекрасно понимаете, уже способны анализировать, видеть те или иные просчеты и в работе правоохранительных органов, и среди своих коллег. Ну, чего не хватает для того, чтобы вот быстро, качественно, без паники, потому что здесь очень важен момент, и без паники, но действовать профессионально. Чего не хватает Днепропетровской полиции и днепровским волонтерам? Первое, что я хотела бы отметить, это то, что действительно нет взаимодействия эффективного между общественными организациями, волонтерами и полицией.
Для того, чтобы было более эффективно, да, то есть как бы настроить саму работу поиска ребенка, это надо наладить работу между общественными организациями и полицией. Тогда действительно будет результат. Потому что, так как мы видим, был хаос, потому что полиция, она занималась своей работой, а общественная организация своей. Получается, что первое, что нужно выделить, это найти хороших координаторов, выделить координаторов для того, чтобы они занимались именно распределением обязанностей между полицией и общественной организацией. То есть должны быть четко определенные пункты, что нужно выполнить для того, чтобы быстро и качественно найти своего ребенка. Если говорить о координаторах, кто эти люди? Это, скорее всего, на ваш взгляд, бывшие правоохранители, просто люди, у которых... Ну, есть еще такое понятие, как интуиция. Знаете, 10 оперов проходят мимо одного и того же подвала и не обращают внимания, а 11-й, постояв на одном месте, находит и раскрывает преступление или находит человека в розыске. Я вас услышала, но я немножко сразу бы хотела расставить акценты. Все-таки вы должны понимать, волонтерская группа – это помощники, мы все равно не профессионалы, мы не имеем юридического образования, мы в силу опыта читаем литературу, ездим, обмениваемся между волонтерами, как это в других странах читаем, но все равно мы как помощники, мы не можем здесь как бы потянуть одеяло на себя и стать лидерами, мы приезжаем, нами должны руководить, вот тогда это будет взаимодействие. Ведь в чем смысл? Полиция, они профессионалы, и там действительно люди профессионалы, но их очень мало, и вот когда мы приезжаем, и они понимают, вот орда, вот сейчас мы наладим эту работу, но они ее должны наладить, а мы уже создаем этот штаб общий, какие-то у меня есть наработки, но, конечно, здесь главное – это полиция. А координаторы, кто они должны быть, это просто активные люди, потому что, когда четко дается задание, не нужно иметь 7 пядей во лбу или какие-то особые данные человеку. Например, если создается экипаж, это человек, и у него там в подчинении 3 человека. Но это небольшое количество людей, чтобы наладить взаимодействие. Это обменялись телефонами, это вайбер, и все, понимаете? Когда четкое задание тебе дано, вот твой квадратик, вот твои пятерки, и ты здесь, в каждый подвал, каждый подъезд. То есть это не особые люди, это всегда по-разному. Вы поймите, вот у нас волонтеров уже, когда мы с вами встречались, там я говорила, 300 человек, вот их уже 500. И даже трудно из них, конечно, у меня есть 50, которые мои-мои, как называется, что среди ночи поднимутся и приедут. Как всегда, в любой работе есть актив, есть железные люди, которые откликнутся всегда. Все остальные, как правило, меняются. Мне даже иногда неловко себя чувствую, потому что я не могу запомнить. Вот со мной здоровается, со мной общается, понимая, что я их должна помнить. А я не всегда помню, потому что был человек один раз, два раза. И поэтому вот эта нить, она теряется. Но есть активные люди, и среди них обычно это и бывают вот эти координаторы. Это не связано ни с профессией, это просто связано с жизненной позицией. Когда человек добрый, активный, готов помочь, все. Это все требования для волонтера. Ну, в любом случае, сегодняшняя встреча, которая произошла, этот круглый стол, то есть он чему-то, каждую сторону научил. Вот чему научил вас? Ну, во-первых, мы вообще мы познакомились, мы поняли, что мы нужны друг другу. Вот для меня это было самое главное, потому что вот в октябре будет 3 года, когда активно уже существует наша волонтерская группа. И вот этого четкого взаимодействия, его не было. Конечно, у меня были наработаны какие-то связи, личные отношения, когда ко мне обращались, я спрашивала что-то, но вот не было этой схемы. И когда мы понимаем, что вот документ, и он на выходе, вот это, в принципе, результат. Это самое главное. То есть мы узнали друг друга, и мы готовы сотрудничать. Готовы по-настоящему. Потому что раньше, как-то я ходила по всем кабинетам. Вроде бы все меня знают. Но когда дело, не особо обращались, понимаете? Было все время, казалось, что вот волонтеры как-то, займут какую-то нишу. Хотя мы себя, в принципе, не позиционируем. Мы действительно помощники, и нам не нужно ничего более, понимаете? Поэтому любая встреча, когда это общественная организация и представитель власти, это никогда не проходит даром. Это будет результат. Результат – это будет конкретная вот эта схема, подписанная нами и подписанная, вернее,
первые все-таки это наша национальная полиция, и мы как помощники вторая сторона. Вот такое. Где вас искать, куда стучаться, то есть для того, чтобы и стать, по большому счету, помощником в поиске детей, ну и, возможно, поделиться той или иной наработкой? Ну, первое, то, что наработки, и так как я, как помощник, больше координирую работу из офиса, то как, могу отметить, что моя работа как бы заключается в том, чтобы проверить, информировать и разместить ориентировку по сетям, работать с волонтерской базой, и могу сказать, что работы очень много, и наработками Елены Васильевны тоже я могу отметить, что очень много положительных сторон я отметила, в плане того, что волонтеры активны, они готовы работать, они готовы поддерживать нас и помогать в любой как бы ситуации, когда действительно дело касается детей. Вот. Также у нас очень много работы как технических, так и вот организационных. Что-то мы выполняем, когда при поисках, что-то вот техническое. Ну и озвучьте координаты для того, чтобы любой зритель... Наша который... горячая линия 732-07-00. Для того, чтобы стать нашим волонтером, у нас существует наш сайт, очень живой, очень активный, поиск Today. Спасибо, что нашли возможность и пришли к нам в гости. Ну, вот знаете, о чем лично я мечтаю? Чтобы ваша работа не была нужна. При условии едином, что все дети живут дома с папами, с мамами, да, и никуда не уходят. Ну, тогда будет меньше работы и у нас, у журналистов, и у полиции. Дякую, що знайшли змогу. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні із керівником громадського об'єднання «Пошук зниклих дітей» Олена Жовтобрюх та її помічниця у гостях 9 каналу була Анастасія Білік.